Дорогие друзья, я сегодня хочу показать вам два метода зарядки талисманов. Иногда это называют освещение, иногда зарядка. Вот как вы не удивитесь, это примерно одно и то же. Эти два метода мои любимые. Их намного, намного больше. Но я покажу сейчас те, которыми я реально пользуюсь. В данном случае мы имеем в виду зарядку талисманов Таро. Но, конечно же, этим образом можно заряжать любые талисманы, которые мы с вами хотим зарядить себе во благо и миру, безусловно. Итак, первый метод называется метод треугольника проявления. Мы соединяем пальцы рук таким образом и настраиваемся на энергии Вселенной. Иногда советуют сюда поймать Луну, иногда Солнце. Я не советую ничего подобного, потому что не всегда Луна и Солнце бывают в наших широтах. Мы просто настраиваемся на энергию Вселенной и просим те силы, которые нам помогают, войти в этот треугольник, будь то Тахути или же какая-то иная сила. И только когда мы почувствовали, что эта сила есть в наших руках, мы низводим ее на карту. Я люблю сделать знак молчания. Второй метод называется знак входящего молчания, или же комплекс входящего молчания, или же знак хора Харпократа. И мы его делаем так. Тоже настроившись, мы низводим энергию на карту, которую желаем зарядить, или же на талисманный расклад. И завершаем знаком молчания. Вот таких два довольно простых метода, которые можно использовать практически в любое время для любого, я бы сказала, для любого либо талисманного расклада, либо констелляции, как я это называю, или для любого аркана. Спасибо.